Процесс создания ковра всегда сопровождается творчеством. Поэтому мы с удовольствием решили поддержать инициативу Тараклийского районного совета помочь молодым талантам. Мы решили устроить благотворительную ярмарку. 30% от продаж мы передадим Дому детского творчества. Будут представлены как ковры новой коллекции, так и ковры из прошлогодней коллекции. Допустим, этот ковер коллекции Flat, двухсторонний, не боится влаги, его можно стелить в доме, так и на улице, и его цена будет всего лишь 330 лей. А вот этот ковер из детской коллекции будет стоить 920 лей. И это всего лишь несколько примеров из сотен ковров, которые мы привезем. Приглашаем вас 30 октября на центральную площадь Тараклия. НЕКО подкрепим, младите таланте!